Что обидно, я ее в руках держал. Вот такая. Во, она как хвостом махнула в воду, плюх и... Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас второй выпуск программы «Тролличьи тропы». Второй. И мы с товарищем прибыли на реку Иртек, на место, называемое Стрелка. Здесь происходит слияние двух рек. Река Ташулка и река Иртек. Будем рыбачить. Так уж вышло. Да. Сейчас продолжим. Не спешить. Вот так вот, да. Торопиться не надо. Она гнется. Хорошая китайская пила. Отличная китайская пила. С первого раза. Снизу тоже подвяжем. Идем прямо к солнцу. Ходим на закат. Да. Прекрасно. Может тебе весла дать? Да. На, вот тебе одно. Переднеприводный автомобиль. Да, на. Понеслась. Для этого меня и пригласили в проект. Ха-ха-ха.
Вообще классно, как тут рыбачится. Направо, направо давай. Глубина доходит до 7 метров. Ну. На лопухе встанем, будем рыбачить. Какая красота. Старая проверенная 6-метровка. Нет, 4. Вот смотри сейчас, как я буду рыбу рубачить. А настоящий рыбак ничего не надо. Червей, самогонку и собутыльник. Угу. Первый улов. Прекрасно. Андрей, прокомментируйте. Отлично. Для начала смотри. Давай. Пускай. Ловись, 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 рыбка большая, большая, серебристая, серебристая, серебристая и золотая. Положение у нас очень скверное, положение у нас очень скверное. Ты ловись, безразмерная. Клевать будет так, что ты забудешь обо всем на свете. Я тебе обещаю. Ну-ка, засведи-ка. Отлично. Ладонь 50 сантиметров длиной. Вот так вот. Еще нет. Ну, в принципе, нормально. Мы же не за рыбой приехали, мы отдыхать приехали. Че, кто гребсти будет? Я. Перевесла. Да, поплыли. Плавает наш малек. Опять будем продираться через кусты. Место неплохое, да, но вот подхода нет. Пора запаливать. Лучше не понять. Да. Все как-то неестественно видят. Спички.
работе находишься, время летит очень долго, медленно. Добрейшего утречка, Андрей Михайлович. Как ваше, ничего? Отлично. Дрова жгете? Жгем. Сейчас чай согреем, чай попьем и пойдем на рыбалку. Ну, теперь вся щука наша. Да. Это победа. Скоро, нет? Сегодня. Ветка, а вон еще одна. Молочушка. Ну давай. Есть? Ничего нет. Ничего нет. Посмотри, покоцанные, нет? Да, смотри, подраны. Блин, щука сошла. Подрала и сошла. Ну вот и закончилась наша рыбалка. Отлично провели время, порыбачили, костер пожгли. В общем, отлично отдохнули. Вот так вот. До новых встреч, друзья.